На. О. Зараза, у меня колесе застрял. Серж, ты там застрял, что ли? Да, застрял. Вон оно в чем дело. Где он застрял? Ну, под тобой. Я не вот это, по-моему, потрели его, видите? Не она. Под тобой? А, под тобой? Значит, он там. Поебать! Тащу катал! Стиль ниндзя, прям перед глазами пролетел. О! Mad Skills. Поставил колесо на ребро, наступив на него. Смотри, сейчас я покажу Mad Skills. Ты уронил колесо? Ты свободен, Вилли. Черт. Барабанит. Этот звук техно от тебя? Какой? Ну, чат, который играет. А, ничего не знаю. Блин, Серёжечка, спаси меня! Я застрял! Вот это, отни! Пока спасай его. Да, это, конечно, лучше. Yes! Молодец! Молодец! Черт. Да ладно. О! Я застрял, ребят. Да. Тихо. Нет. Убивай себя. Че, вон он. Ну-ка, еще раз. Я забыл, что эта штука умеет стрелять гранатометом. Я специально экономил. Ну же, давай, Серж. Мне трудно найти, легко потерять. Говоришь как фразами из ВКонтакте, да? Конечно. Я же та еще ванилька. Бедный Серёжа. Со стороны эти крики? И откуда? Зря ты прыгаешь. Чё, нашли? А если он рванёт сейчас? Он не взрывается. А, блин, я не знал. Так лучше. Мышиная охота, все смотрели фильм? Да. Вот то же самое. Он хоть себе здоровье убавляет? Да. Блин, тут взрывчатка, конечно, нужна, без нее в идеале ничего не сделать. У тебя не осталось подствольники гранаты? Вы могли бочку принести и выстрелить. Ее нельзя, к сожалению, переносить. А. Ну вы могли ее спихнуть и прикатить. Блин! Ну это, конечно. Ела, молодец. Нет! Это ты зря. Окей. Негатив, было в тему сказано. Ой. У меня батарейка села в мышке. Ой. Блин. Ты правда? Да. Я атаковать не могу, на что?
Так, быстро, управление. Блин, я не могу даже управление открыть. Это круговое изнасилование. Короче, мне остается только куда-нибудь удрать, я не знаю. Мы найдем тебя. Сраная беспроводная мышка, чтобы я хоть раз еще раз ей пользовался. Вот. Блин, пойду батарейки менять. Бедный тех, его изнасилуют почки. Это самый настоящий страх Пьюдпая. Какой ужас. Да уж. Хватит издеваться над ним. О, ты уже сменил этот имидж? Но. О боже. О боже. Не-не-не, бамп, это хреновая идея. Врунь. Чёрт. Не понял. Ты правда думаешь, что тебя не заметит никто? А это уже стрело. Так. Чё, уже вернулся? Так, готов. Чё, всё, тот же раунд продолжается? Ты сменил до батарейки. Да. У тебя ещё минута, чтобы меня увидишь сейчас. Сразу я застрял. Ну, я думаю, ты легко их найдёшь. Да уж, найдёшь, блин. Пока не вижу никого. Да уж. Ну конечно. А как я это должен убить? Примерно так. Ой-ой. Я сейчас обосрусь. Это был намек. Ей! Каким ты был? Облегчение. Да блин. Ты что, застрял в бочке, что ли? Да, я. Решетка не ломалась. Вау! Спасибо. Пожалуйста. Меня, скорее всего, никто не заметит. А вот это хорошая новость. Вообще никто не заметил. А вот с этого ракурса, кстати, очень хорошо видно. Да, там с определенного очень хорошо заметно. Но я не знаю, найдут ли они этот ракурс. Ох. А, они, он. А, Хрим один остался? Да, удачи. Ну... Да, я понял. Ну, собственно, два выстрела осталось. Толком. Нет. Слушай, вот это капец, конечно. Может, он меня хоть так заметил? Брал. Да кто ты? Это человек заслуживает Оскара. Все ясно. Моя броня меня спасла.